Се се одхикаре жа ништхаха, са гунаха парикритита, випарджая студошаха. Се се одхикаре жа ништхаха, са гунаха парикритита, випарджая студошаха. Гаурия Гоштхипати, Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что те, кто стремятся к дхарме, артхи и каме, а не карме, и вот те, кто стремятся к дхарме, артхи и каме, а не карме, и те, кто хотят избежать последствий всего этого, они гьяни. И вот, а те, кто хотят избежать последствий кармы, они называются гьяни. И Шрила Прабхупад говорит, что все они готовы сделать Бхагавана своим слугой. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад говорит, что эти люди, они все хотят сделать Господа своим слугой. А бхакти – это нечто полностью отдельное, обычное. Такова система, согласно Писаниям, мы, у нас есть документы о том, что мы должны страдать от последствий своих действий, любые действия, которые мы совершаем, мы должны страдать от последствий этих действий. Кто будет страдать из-за наших прошлых действий, не кто-то, а другой, а мы сами должны. И вот хорошую карму или плохую, какую бы мы ни совершали в этом материальном мире, любая карма, которую мы совершаем в этом мире, мы сами должны страдать от последствий этой кармы, и никто за нас не возьмет это на себя. И поэтому говорится здесь, что не приняв последствия своей кармы на себя, то есть не страдая от них, нет других, никакого искупления. То есть все наши последствия, наши действия, они всегда за нами следуют, за нашей душой. И вот если мы рождаемся в любой форме жизни, то вся эта карма, она за нами следует, и мы должны ее принять на свои плечи. Но когда мы делаем что-либо для Верховного Господа, система такова, что если мы хотим сделать что-то для Верховного Господа, то это, то есть если мы делаем это только для Него, то это зовется гьяна-маргом. Карма-марг, гьяна-марг и бхакти-марг, есть три пути. Но на карма-марге, когда мы совершаем карму, после совершения кармы мы чувствуем какое-то отвращение к ней. И это очень хороший признак. Но все же, может, есть какой-то, как сказать, запах кармы или вкус, запах вкуса кармы. А те, кто называют себя гьяни, вот в частности майявади, они говорят, что они избегают кармы.
я это более подробно позже могу обсудить. И вот они говорят, что они саньяси, они гьяни, у них нету никакой кармы. А карма саньяса мы не можем принимать в эту кали-югу. Бхагаван Шри Кришна, он приводит аргумент, как можно избежать кармы. Когда мы живем нашей обычной жизнью, то мы должны совершать всю карму, просыпаться, мыться, принимать просад, заботиться о своем теле, и это тоже все карма. Как можно говорить, что приняв карму саньясу, можно избежать всего? Карму саньяса невозможного. Кали-югу мы вынуждены совершать какие-то либо действия, какую-то карму. И одно очень важное здесь. Бхагаван Шри Кришна, он приводит нам аргументы один за одним. Он говорит Арджуне, чтобы Арджун мог принять ту ситуацию, в которой он оказался, поскольку он кшатри, он говорит, что не может сражаться. Я уже сказал, что Бхагаван Шри Кришна говорит, это очень научный фактор. Варнашрама дхарма, она очень научная. И хотя я знаю, что иностранцы не понимают, я говорю не о вас, а вообще о обычных людях, они не понимают, что такое варнашрама, но все же Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что за чудо, они могут не понимать, что такое варнашрама дхарма, но все же они очень умны, они могут применять какие-то принципы писаний и варнашрама дхарма на практике. Как, например, они в каких-то странах есть система отбора детей по талантам. Если кто-то склонен к спорту, его в спортивную школу отправляют. Если кто-то к математике, то в математическую. И кто-то наукой интересуется, то его, соответственно, в научную школу отправляют. И таким образом разделяют людей на по их интересам, чтобы они в будущем стали учеными, математиками или спортсменами, например. Но то есть этому, но в других странах этому не следует и не понимают. Даже в Индии часто не понимают значения варнашрамы. Но те люди, которые принимают принципы варнашрамы либо какие-то хотя бы части принципов, они могут использовать человеческий потенциал в наивысшей степени. They know how to utilize all the minerals and everything. Minerals are good? Yeah? Gold, copper, iron, so many things. So, resource mobilization means what is available in India, we can use those resources in the best possible way for the development of country. И вот еще в экономике есть такое понятие, как мобилизация ресурсов, то есть это направление всех ресурсов на какие-то определенные нужды. И вот в обществе есть
если начиная с детей их разделять по их интересам, то это будет гораздо лучше для развития страны, но далеко не все это делают, и поэтому некоторые страны очень отстают в развитии. И даже на... И так получается, что даже на пути баджана возникает какая-то политика. И вот когда Бхагаван Шри Кришна говорит, смотри, я создал эту четурварну согласно качествам и карме людей, я разделил их на классы, но обычные люди, они но Махарадж говорит, что современные люди — это на самом деле те люди, которые знают науку Бхагавад-гиты, и про таких людей можно сказать, что они действительно современные. Вот, а такие... А некоторые люди заявляют, что Варнашрама Дхарма только проблемы в обществе создает, но это глупо, поскольку это сам Кришна создал эту Варнашраму. И вот сейчас мы так наблюдать, особенно в Индии, что в каких-то школах, например, институтах и разных правительственных учреждениях резервируются места для низкокастовых людей. То есть смотрит не на качество, а на количество этих, на количество работников, то есть могут на какую-то браманскую, то есть могут на какую-то браманскую работу поставить какую-нибудь шудру просто из-за того, что он, так сказать, просто из-за того, что он шудра. But for that, I cannot compromise with quality. If you can show same quality with a Brahman boy, maybe I can drop the Brahman boy and take you. Because you are same quality you are showing. Quality regarding efficiency in any job, any education. But for that, I cannot compromise with quality. It's very important thing. That's why I present this situation. They think Krishna is foolish, they are very clever. И вот Варнашрама Дхарма на самом деле никаких проблем в общество не приносит. Я, сидя на Вьясасане, говорю, что Варнашрама Дхарма никаких проблем в общество никогда не приносит. Проблема только в неправильном применении Варнашрамы. В этом главная проблема. И многие люди хотят неправильно использовать эту варнашрама, и поэтому такие проблемы возникают, и кто же виноват? Мы не можем обвинять Кришну из-за этого. И можно вспомнить, я уже сказал, что дхарма кшатрия, те, у кого качество кшатриев, Sojyam teyo dhritiridaksham yudhechapi apalayanam dhanam isvara bhavincho kshatya karmam sabhavajam.
Кшатрия, у них должны быть эти качества, они должны быть могущественны, все сильные, способны. И они не могут уходить с поля боя. Они будут должны сражаться до последнего лучи. Оставить свою жизнь на поле боя они не могут сбежать. И даже вот из английской литературы мы знаем, что трус, он умирает много раз перед своей настоящей смертью. И это действительно так. Трусость – это не качество кшатриев, и очень плохо, если она у них есть. И вот Кришна один за одним приводит научные аргументы. Кришна говорит ему, чтобы он начал исполнять свои обязанности, но Арджуна говорит, что он пандит, и зачем кого-то убивать, это очень плохо. Зачем я должен убивать всех моих родственников, зачем мне такое сражение? И Арджуна в то же самое время говорит такие слова, что он предается Кришне, и это не настоящий шаранагати, поэтому они спорят, и Кришна говорит, что душа вечная, никто не может убить ее. И после этого Кришна говорит о Санхе Даршане. Санхе значит, Шридас Госвами Пад говорит, Санхе значит и вот секрет таттва этого материального творения, атмы, этого материального мира, это Санхе таттва. Есть 24 таттвы, вот Махарадж их перечисляет. И вот Бхагаван Шри Кришна приводит аргумент на основе Санхе таттвы, чтобы помочь Арджуне обнаружить свое настоящее положение и вернуться к этому изначальному положению, но Арджуна не готов. И после этого Бхагаван Шри Кришна, я последний день говорил, Бхагаван Шри Кришна говорит, и вот Махарадж сейчас переключается на карма-йогу. Люди настолько глупы, что они хотят найти какие-то недостатки в карме. Карма неплоха сама по себе. Как карма может быть плоха, поскольку без кармы все, что происходит в этом мире, это карма. Но они действуют в таком обусловленном состоянии, жизнь за жизнью, ради одной причины. И какова эта причина? Поскольку у них есть желание. У нас нет никаких врагов. У нас единственный враг в нашем сердце. И кто это? Это наше желание. Кама. Карма.
и это причина нашего обусловленного состояния. И нет никаких врагов. Кто наш враг? Только мы сами враг самим себе. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит о Арджуне. О, Арджуна, смотри. И те, кто пытаются обрести знание о том, что такое душа. И вот те, кто пытаются понять, что такое атма, душа, что такое душа, на что она похожа, но не все понимают, поскольку кто-то думает о душе, что это очень такое необычное, никто не может почувствовать ее. Кто-то думает, что это удивительно, кто-то говорит, что это удивительно, кто-то думает, что это непостижимо, мы не можем говорить о душе и сказать что-то о ней. И кто-то услышав о душе от кого-то, от какой-то самосознавшей себя души, но все же они не могут поверить. Может, когда-то какая-то самосознавшая себя душа может прийти к вам по милости Кришны Нитьянанды, но все же может случиться так, что вы не поймете то, что они хотят донести до вас, если вы не преданы. Много людей приходило к Шриле Прабхупаде, Прабхупад говорил Харикатху, но не все понимали его слова, его послания. Большинство людей, они пытались понять слова Шрилы Прабхупады, но не могли. И вот, услышав атма-татву от самосознавшей себя души, то и не все могут понять этого. И поэтому в Упанишадах говорится вот такие слова. Это очень странно. До сих пор, если мы поищем, посчитаем, сколько людей из всего мира знают о атма-татве. Кто-то может сказать, что вот учился в университете, там про душу что-то проходили, но кто может это чувствовать, то, что говорит? И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, и поэтому это вот концепция Шрилы Бхактивинода Тхакура говорит, никто не может понять, что такое атма. У них нет никакого ясного представления об атме. Может, они говорят, что они находятся в каком-то, на какой-то духовной практике, но Бхактивинода Тхакура говорит, что есть различные концепции, майявадская всякая и прочее, они появляются. Кто-то говорит, что тело — это душа, но это ложно. Кто-то говорит, что этот материальный мир, он ложен, подобен сну.
И вот различные неправильные представления о душе, они возникают из-за непонимания атма-таттвы, непонимания ее истинной сущности. И вот Бхагаван Шри Кришна все равно приводит аргументы, чтобы он мог занять Арджуну в его в исполнении его долга. Мы не должны скорбить, и поскольку есть бесконечное число джив, и у всех, почти у многих есть материальные тела, и вот любое живое существо. Мы не можем убить никого, никакую душу, пребывающую в теле, и поэтому мы не должны, и поэтому вот ты не должен скорбить об этом. И если ты не примешь мои слова, мою сиддханту, то смотри, если ты думаешь о своей собственной дхарме, какова же она, и здесь Бхагаван Шри Кришна говорит, о Арджуна, смотри. О Арджуна, если ты посмотришь на свою собственную дхарму, о Арджуна, если ты будешь думать о своем долге, то все равно ты не должен отказываться от исполнения его. Ты кшатри, ты должен сражаться. Есть один аргумент. И вот есть такая священная война. Если война ради правильной причины происходит, вот как более, как вот на Курукшетре, то для великих воинов это они всегда рады такому случаю, поскольку ничего более важного нет перед такими войнами, чем такая праведная война. И вот и когда выпадает возможность сражаться для кшатриев, они должны принимать ее и не отказываться. Они не могут объявить забастовку. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур на основе комментария Вишванатха Чакравати и Баладева Вадибушина говорит, есть очень важная тема о свадхарме. И что такое свадхарма? И вот Шрила Бхактивинода Тхакур приводит такой аргумент на основе комментария Вишванатха Чакравати и Баладева Видьябушан. И вот что такое дхарма? Первое, то, что те, кто находится в обусловленном состоянии и кто не возвысился до этого уровня, для них, у них есть какая-то дхарма, связанная с телом, поскольку они не выбрались из телесной концепции, поэтому их дхарма, она связана с материей, она материальная. А то, что Кришна говорит, это другое. Если я объясню, что такое садхарма, садхарма значит, согласно санскритской грамматике,
Если я скажу «сва», значит «душа», то есть «дарма». То есть это долг, обязанность буквально. То есть то, какова же обязанность души? Что она должна делать? Что говорит Шрила Прабхупад? Естественная функция нашей души – это Кришна Бхакти. Что такое преданность Бхакти? Бхакти – это естественное состояние нашей души. И вот Арджуна, он действует так, поскольку Арджуна, он не обусловлена душа, но сейчас он находится на таком уровне, что мы видим, что Арджуна не хочет исполнять свои обязанности, он растерян, он не может решить, он не может понять, что же делать и что не делать. Кришна дает ему какие-то идеи, он приводит свидетельство из Писаний. Кришна не говорит ничего безосновательного, но все же Арджуна не может принять этого. Почему? Поскольку Арджун, ну, он говорит, что он предался Кришне, но на самом деле полностью он не предался. И такова же система в нашей жизни. Мы можем говорить Гурудеву джай, а когда Гурудев хочет дать какое-то служение нам, то мы далеко не все могут посвятить свою жизнь Гуру и Вайшнавам и исполнять это служение. Очень редко кто может посвятить жизнь Гуру Вайшнавам, и поэтому далеко не все не могут достичь Кришны. Кришна. Далеко не все могут прикоснуться к Шалаграму, Бхагавадгите или Гирираджу и сказать, что они полностью предались. Мы должны следовать Шраутаване. Я хочу знать, какое чувство по милости Гурудева вы получили в вашем сердце. Это очень, это самый важный фактор. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, смотрите, те, кто находится в обусловленном состоянии до сегодняшнего дня, те, кто не возвысились, то их дхарма, она тоже выражается согласно их уровню, на котором они находятся. Телесная, умственная дхарма, они должны также что-то делать. Не все могут следовать Бхагавад-дхарме. По крайней мере, многим нужна какая-то поддержка, руководство, и поэтому карма-йога, гьяна-йога, дьяна-йога и прочие йоги, по крайней мере, мы должны пытаться обрести связь с Верховным, мы должны постепенно развиваться, и мы сможем осознать, что бхакти – это наивысшее, без бхакти все бесполезно. Я могу аргумент привести, но сначала я хочу сказать то, о чем говорит Шрила Бхактивинода Тхакур. И Бхактивинода Тхакур говорит, что согласно обусловленному состоянию душ, они, им нужно какое-то руководство, и поэтому они, для них нужна варнашама дхарма. И вот для тех, кто находится в обусловленном состоянии, они, и для них самое научное – это варнашама дхарма, говорит Шрила Бхактивинода Тхакур. Никто не может возразить. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, для обусловленных душ они должны следовать варнашама дхарме. И если они будут, а если они не будут следовать, то ничего хорошего не будет, будет как вот сейчас.
Но душа джива, дхарма души, это не варнашама дхарма. Everything we have to leave and go and take shelter under the Lord's feet of Krishna. If Varnasam Dharma is final thing, если бы Варнашама Дхарма была наивысшей целью, то тогда почему Бхагаван Шри Кришна в Гите говорит «Сарва Дхарма Паритьяджа» вот в этой шлоке? Почему он говорит, за что нужно оставить все и предаться ему? Поскольку если мы достигнем того уровня, тогда мы уже можем отказаться от варнашрамы. Но Бхагаван Шри Кришна в Гите в последней шлоке говорит, что нужно оставить все дхармы и предаться ему. И поклоняйтесь мне. Вот Кри Кришна говорит. To show what is the inclination, what devotion, how we should cry for Krishna. Eh? Otherwise, why Krishna speaking? Everything you have to leave. Eh? Then? Nayanandava sudharaya padanandava dhariya kulapaira nikhitam bhapu kadadho nama. Final thing. Eh? It's the final thing. Etosat chaya varna sandharma. Then you have to show your inclination and to Lord of Krishna 100%. If Varnasam Dharma is final, если Варнашама Дхарма была бы наивысшей целью, то почему Бхагаван Шри Кришна говорит вот эти слова вот в другой шлоке, что я не Брахман, не Кшатри, не тот, не тот, для того, чтобы показать наивысшую степень, до которой нужно возвыситься, что дживатма, который может иметь в этой жизни, чтобы достичь наивысшей цели. Но это не сейчас. Сейчас мы не можем быстро стать гопи. Такого не может быть. Мы должны слушать и следовать. Я могу бросить вызов, что те, кто следует Рагунуга Бхакти, что они понимают о Бхагавад-гите. То есть не такие люди говорят, что Гита не нужна. Но это не так. И вот здесь Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, согласно обусловленному нашему обусловленному состоянию, нам нужно какое-то руководство. Поэтому Бхагаван Шри Кришна создал Варнашраму. Но Варнашрама Дхарма, она эффективна в Индии. Вне Индии она ее нет. Часто к ничему хорошему это не приводит. Но бхакти, оно наивысшее. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне: «О, Арджуна, если ты подумаешь о своих обязанностях согласно Варнашрама Дхарме, это твоя обязанность сражаться, почему ты не хочешь сражаться? Это плохо.
become titum arhasi dharmad hi yuddhat shreyo anyat khatriya shambhavityate. Follow? After that, Bhagavan Sri Krishna speaking. Jadricha chukavannam sargadharam mabhavritam shukhinaha khatriya patho labhante yuddhamidrisham. Yuddhamidrisham. Idrisham yuddha, this kind of fighting. You know, those are big, big fighters, warriors. Эти великие войны, они молятся. The gateway to Sarga is open to you. And for Khatriya, nothing is more than this opportunity. А, то есть такая праведная война для кшатрия, это она подобна воротам в рай. Если кшатри умирает на таком поле боя. You are not praying without any demand coming in front of this world. Follow. Without any soliciting. You are not going to solicit. Jadricha manu, without any demand, without any, you know, expectation coming in front of you. Jadricha chopapannam. Upapannam means coming in front of you this opportunity. Sargodharam mahabritam. This gateway to Sarga is open before you. Sukhi naha khatriyaha parthulavandi yudhavisa. Those are khatriya, where you are cool. They are always, you know, always expecting this kind of. They give honor, this kind of. Or, Arjun, at all, if you don't like to, now, oh, you can put some argument. You are speaking this way, but you think about me, my position. Arjun speaking. How I can fight? И вот Арджуна говорит, ну как я могу сражаться с старшими, моими родственниками? Когда я знаю, что если убиваю кого-то, это большой грех. А ты хочешь занять меня в сражении? Хотя убийство кого-либо – это большой грех, но ты хочешь занять меня в сражении, и как я могу убить кого-то среди моих родственников? И поэтому Кришна говорит, что ты очень удачлив, поскольку это праведная война, она, это возможность участвовать в ней, она пришла к тебе. Но все же, если ты не будешь следовать мне, you can get sin. Why? Because if you reject, if you don't like to fight, if you refuse to fight this righteous way, and then striking your duty and losing your reputation, you will incur sin. Ну, Кришна говорит, а если ты откажешься от исполнения своего долга, это будет грехом для тебя. Ты должен следовать своему долгу. Papam avasasi. Hitva means living. You are going to lose your dignity, everything. If you want to strike, don't try to fight. This is also dangerous for you. Also, Bhagavan Sri Krishna speaking,
И если ты откажешься от своего долга, люди тоже перестанут уважать тебя. И Кришна говорит, а позор для уважаемого человека, он хуже, чем смерть. Маранат атиричате, more than death, it is better to meet with death. Now, Bhagavan Sri Krishna speaking. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит. Bhayad ranadu paratam mangshante tvam maharathaha yesanchatam bahumato bhutya yasasi lagavam. Великие войны. Если они будут думать о тебе как о трусе, если ты уйдешь с поля боя. Bhayad ranadu paratam mansante bhayad ranad uparatam mansante tvam maharathaha maharathaha many big captains big atirath maharath they are organizing thousands of warrior controlling taking control they can pass as a coward that's why gone bhayad ranad uparatam Mangsante, they can think this way. Bhayat ranadu paratam mangsante tvam maharatha. Yesham chutam bahumato hutya. Previously they used to honor you very much. Those captains, previously they used to give you big honor. But now, if they find you are going away from this battlefield, they can say it's a coward. And they can speak all rubbish against you. You like to hear all rubbish against you? Avachya vadamsya bahumna vadishvanti tava ahitaha nindantastavo samartham tato dukshataram nukim. What can be more painful? Болезненно, чем позор для уважаемого человека. Если ты уйдешь с поля боя, то твои подданные, они перестанут уважать тебя. What can be more painful than that? Let's speak all rubbish against you. So it is better. I am giving last argument to you. You see. Я привожу тебе последний аргумент, что лучше сражайся и умри, или победи и наслаждайся победой. Выбери что-то из этого. Two options.
только два пути открыты перед тобой: умереть и отправиться на небеса, либо победить и наслаждаться независимостью. Пытайся укроти свой ум и сражайся. И поскольку если ты помрешь на поле боя, то попадешь на небеса, а если победишь, то тоже ничего плохого нет в этом, станешь победителем. И поэтому я прошу тебя, вставай. И вот Бхагаван Шри Кришна, до второго этого, и вот во всей второй главе он говорит о Санкхья йоге, а сейчас он начинает говорить о секретах карма йоги. Каково же главные секреты карма-йоги, благодаря которым мы не навлечем на себя греха при исполнении кармы. Много раз я говорил уже об этом. ततो युद्धाय युद्धस्यो नैवं पापं अवाप्स्यसि. No, you are not going to get an incarnate simple like that. No, not at all. But what is the technique? Sukha dukkha sabhe. You are actually oscillating factor. Very pain. I'm going to kill. No, you have to leave everything. If you can attain this position in this life, если мы сможем достичь оставия. Если мы, у нас будет милость Гуру и Вайшнавов, и мы будем следовать вот этим сокровенным принципам карма-йоги в этой жизни, поскольку кто знает, что будет с нами в следующей жизни, и поэтому мы должны использовать эту жизнь и не ждать. И вот мы должны пытаться достичь такого непоколебимого уровня, такого возвести до такого уровня, чтобы не воспринимать какие-то двойственные явления этого мира как радость или несчастье. И все мы будем одинаково относиться к почету и позору, к обретениям и потерям, к победе и поражению. И вот поэтому и Кришна говорит Арджуне: твоя обязанность сражаться, не думая о последствиях. Я вот три дня назад говорил эту шлоку. У вас есть право совершать ваш долг. И почему вы думаете о последствиях или хотите что-то получить за это? Если мы делаем что-то с надеждой, что-то получить взамен, это оно подобно осквернению, такое желание. Or somebody, in one country fighting with other, they have some correct target, they like to come victory. So without any target, without any expectation, without any result, who man is there going to do any job?
Но в материальном мире все что-либо делают, у них есть какая-то цель, какие-то надежды от своей деятельности. Никто не делает что-то без ожидания. Without any expectation, без ожидания, без кто будет делать какую-то работу, не ожидая что-либо получить взамен. То есть с первого взгляда это глупо выглядит, но нет, это та техника карма-йоги, которую дает Кришна. Если Арджуна поймет ее, то все проблемы будут решены. Я приведу пример в детстве. Мы играли в различные игры. Могли 6-7 часов подряд играть. This kind of playing, so extreme ability for playing. So those who are boys, those who are small children, they are playing. Now they are making two groups playing. But in playing, somebody can come victory, somebody can come. И вот во время игры, например, в какой-то футбол какая-то группа выигрывает, какая-то проигрывает. То есть кто-то выиграть может, кто-то проиграть. Но перед тем, как начать их игру, они не... Они играют для своего удовольствия, не заботятся о последствиях, о причинах, о том, что они получат из этой игры. Просто для своего удовольствия они играют. И вот когда Кришна говорит, что в его словах есть какая-то научная основа, и вот он говорит, то есть если Арджуна поймет это, он сразу будет готов к сражению. И это техника карма-йоги, поскольку те, кто совершают карму, у них есть какие-то желания, и через несколько шлок я объясню. Это самая большая опасность в нашей жизни, то, что мы то есть наши какие-то ожидания, надежды на будущее, это наше подобие нашим оковам. Это великая опасность в нашей жизни. Сражаться. То есть Кришна говорит, сражаться нужно ради самого сражения, поскольку ты кшатри, и ты должен сражаться, и нет другой причины. Their mind, their situation is totally equipoised. Те, кто не ожидают получить ничего взамен, они не беспокоятся ни о чем. Что бы они ни делали, они не привлекают никаких грехов. И вот те, кто находится в таком на нейтральном
положении, беспристрастном положении, и никакие материальные беспокойства не могут привести их в, нарушить их такого нейтрального положения, как Хиранья-Кашипу. Он очень много беспокойства причинял Прохлад Махараджа, но Прохлад Махараджа никогда не выражал никакого недовольства. Прохлад Махарадж был всегда счастлив и смирен. Он почетно говорил с Хиранья-Кашипу, и вот любые проблемы, то есть никакие препятствия, никакие проблемы не могли затронуть такого умиротворенного, беспристрастного уровня, на котором находился Прохлад Махарадж. И вот Кришна говорит Арджуне, ты должен сражаться ради сражения, ты не должен думать о причинах. И вот можно вспомнить, что те, кто делают что-либо, работают, либо каким-то делом заняты своим образованием, или еще чем-то, яги, или... И особенно те ведические действия, яги, например, или враты. Мы приняли решение совершать какую-то врату. Ну, вот как Хиранья-Кашипу, например, он принял какие-то суровые обеты, что даже Брахма сказал, что никто ни в прошлом, ни в будущем, ни в настоящем не совершал такие аскезы. Ну вот смотрите, демоны, если не совершают какие-то аскезы, то какой результат, что толку от таких аскез? Махапрабху говорит Шукла Брамачари, который только молоко ел. И Махапрабху, он разгневался и сказал ему, что смотри, демоны, они совершают такие аскезы, немыслимое число времени, и ты думаешь, что с помощью аскез можно чего-то достичь? Это не так. Бхакти — это единственный путь, чтобы обрести меня. Если мы любим Гуру Вайшнава, Бхагавана, Кришну, то тогда мы сможем достичь их. И вот суть в том, что те, кто совершает яги, But here, actually, any kind of yajna, any kind of vrata you are doing, if you are not successful, you are not going to complete, you cannot get results. Not only that, you can get bad results. Относительно вот яги и жертвоприношения, если их не закончат, то не просто не получим то, что хотели, а еще одни проблемы будут. Как Притху Махарадж, например, был очень обеспокоен, что не мог закончить 100 жертвоприношений коня. 99 он совершил, а сотый Индра пришел и похитил коня. И вот Индра украл коня, поскольку он не хотел, чтобы кто-то больше, чем он, Ашвамед Яги совершил, поскольку одно из имен Индра – Шатакрато, Шатакрито. Если кто-то тоже совершит то Ашвамед Яги, то этот человек, он тоже будет известен под таким именем. И это
это его не устраивало. И поэтому он все усилия приложил, чтобы помешать сота-яге. И вот даже И вот в итоге Прабху надоело это все, он сказал браманам, чтобы они взяли этого Индру и кинули в огонь, чтобы он не мешал. И вот эти браманы призвали его мантрами и собрались кинуть в огонь, и тут Бхагаван Шри Кришна пришел и сказал Притху Махараджу, что ты, зачем ты совершаешь столько яги, цель всех яги, она для моего удовлетворения, и я уже доволен тобой, и одной яги меньше, ничего плохого не станет в твоей жизни. И многие стремятся. Why? Even in the Bali Maharaja's yogya, you can remember. I'm giving one or two examples. Why? А вот следующий Махарадж пример приводит, чтобы у нас было ясное представление. Вот. Как, например, Ягья Бали Махараджа, она была прервана посередине, поскольку пришел Ваманадев, просил три шага земли, и когда Бали Махарадж согласился дать ему три шага земли, то он стал настолько гигантским, что не было куда поставить третий раз ногу. И Бали Махарадж сказал, что когда ты пришел, твои стопы были маленькие, а сейчас ты всю Вселенную захватил своими двумя шагами. И что же делать? И жена Бали Махарадж, она была очень умна, она посоветовала мужу, почему же ты не отдашь свою голову ему. И он послушался и сказал: «О Господь, ставь твой третий шаг на мою голову». И смотрите, и это зовется Дхармапатни, такая жена, она очень умна, она может спасти мужа от любой опасности. Вот Бали Махарадж не знал, что делать дальше, но жена дала ему такой дельный совет. Бали Махарадж был опечален, поскольку яги она посередине прервалась. Она была не закончена, а бросать ягию наполовину – это плохо очень. Нужно, поскольку плохие последствия придут. Не так, что… То есть ягию нужно закончить было любой ценой. И, но для карма йоги, для системы карма йоги, если мы совершенным образом следуем этой карма йоге, то никаких последствий не будет. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит: Buddhya yukto yaya partho karma vandhyam prahasasi. E partho,
о Партха. Я говорил о Санкхья-йоге. Вот если мы разовьем такое отношение, то никакие проблемы этого мира они не затронут нас. И вот смотрите. И такова техника. Is called karma yoga, the technique I am not seeking. So also from Upanishad you can find many times I told, those who are greedy, those who somehow вот и в Панишадах говорится, что те, кто находится в материальном мире и стремятся только к материальному, то Упанишады вот в этой шлоке дают совет. Любые вещи, которые мы получаем в нашей жизни, то есть все, что мы получаем в этой жизни, нужно относиться к этому как к милости Кришны. И возвышенные преданные, все, что приходит к ним, они видят это как прасад. Даже во Вриндаване. Вот. Даже мы слышали, кто-то говорит, что в Вриндаване, чтобы не было, это все учишься в любые, то есть любые фрукты, сладости и прочее, то есть их сначала кто-то пробует, те же птицы, или обезьяны, или еще кто-то. И поэтому во Вриндаване все уже, как сказать, уже учишься, уже кто-то все это попробовал. И вот Ишивасимидан Сарвам, все, что приходит в вашу жизнь, любая одежда, другие вещи, какие-то жилье, какие-то удобства, это все можно относиться к этому как к просаду, как Прохлад Махарадж. Он не хотел быть повелителем всего мира, но Нарсимхадев дал ему положение такое, как Юдхиштхира Махарадж, он не стремился к повелеванию всем миром, но он по милости Кришны это получил. Это был прасад Кришны, и поэтому Юдхиштхира Махарадж, он не хотел находиться в этом материальном мире, он хотел оставить его, но поскольку это был прасад Кришны, его как положение царя, то он, соответственно, исполнял свои обязанности. И все, что приходит в вашу жизнь, любые украшения, деньги, книги, какие-то продукты, это все просад, посланный Кришна. И поэтому Юдхиштхира Махарадж, это не было для него оковой, не было препятствием в его жизни, как Амбариш Махарадж. Также его бесчисленное богатство, оно не было препятствием на пути Баджана и для Парикшит Махараджа также.
поскольку они осознали, что это все пришло по милости Кришны. И кто они? То есть они знали, что они скоро оставят свое тело. И они не привязывались и не стремились к тем, чтобы стать повелителем царства. Я не могу стать духовным лидером, но вайшнавы, они дали мне указание говорить харикатху, и поэтому Бабаджи Махарадж говорит харикатху. И Махарадж говорит, что его харикатха, она может доказать, что это служение его Гурудеву, что, как Бабаджи Махарадж говорит харикатху, это лучшее служение его Гурудеву. И он пытается служить своему Гурудеву как можно лучше таким образом. И вот в Упанишадах также такая идея. Упанишады такую же идею дают. Но Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне: «О, Арджуна, смотри, если ты будешь следовать своей свадхарме, то нет никакой опасности в твоей жизни, поскольку я уже сказал, что если ты будешь здесь делать, а как подобно тому, как яги не закончена или врата не закончена, то мы не только результаты не получим, но и плохие результаты получим. Но в случае с карма-йога, то если карма-йогу свою мы не закончили, то никаких плохих, точнее, если совершенным образом мы совершили свою карма-йогу, то никаких плохих последствий от этого не будет. Follow, Salpamasi Asya Dharmasya. Kasya Dharmasya? Varnasama Dharmasya. It is your duty, Khatri. So, Salpamasi, Salpamasi Asya Dharmasya. Kasya Dharmasya? Varnasama Dharmasya. It is your duty to find. И вот это твоя обязанность сражаться, даже если это что-то не полностью, немного сделаешь, что это спасет тебя от великой опасности. Как, например, они что-то не сделали полностью, а немного, но все же это не небольшой объем того, что мы сделали из нашего долга, то он спасет от великой опасности. Что имеется здесь под великой опасностью, сейчас я объясню. И вот Вишвана Чакравати Пат, Бхактивинода Такура, Баладева Видьябхушана Шридас Госвами Пат, они говорят, что же это за опасность. Asti pratapayo navidvate. Pratapayamane, if you are not successful, you have a bad result. Feel bad. We are pratapay. I am not successful, so I have to get result. Bad result. But this, you know, no iho. Exactly, to split up, what is the meaning? Neha vikramanasho, no iho avikramanasho sti, pratapayo navitvati. No problem. If you go up to this point, still it is concrete. Up to that point is concrete. Still, this amount of, you know, sadharma going to save you from great danger. Also, you can remember many times I explained.
можно вспомнить, много раз я говорил, как у меня нет права забирать ваши обязанности. И вот Бхактивинода Тхакура в Джавадхарме, в Чайтанья Шикшамрите, говорит, что нам дано параматмик брахманатья. Но вот хотя мы как бы стали браманами, но мы не можем идти в общество и забирать работу брамана в себя. То есть нам дан браманский шнур, чтобы мы совершали баджан и на крайний случай совершали яги в матхе, но мы не можем идти на рынок и забирать работу брахмана в себе. Эти брахманы, они таким образом зарабатывают себе на жизнь. Ну, если они брахманы вообще, естественно. Но сейчас одни эти, как сказать, беспорядки происходят, что какие-то брахманы открывают обувные магазины, это смешно, смешно, это не обязанность брахманов. А кшатри тоже не занимаются, чем должны заниматься, и поэтому не следуют своим обязанностям. И вот у нас нет права забирать чужие обязанности себе. Те шудры, они должны своей работой заниматься, вообще каким-то бизнесом. Кшатри тоже должны своей кшатрийской деятельностью заниматься, а не забирать себе чужую работу. И вот я привел пример. Однажды один вор пришел в один дом. Ну, вот Махарадж приводил пример, что у одного человека была собака и осел. И вот он даже побил собаку, собака решила забастовку совершить. Если ее не кормят, бьют только, и она решила ничего не делать. И вот пришел вор, и осел сказал собаке, чтобы она погавкала, а собака сказала, мне сегодня забастовка, не буду. И что делать? Вор пришел, начал воровать, а осел начал кричать, чтобы в нем внимание привлечь. Пришел хозяин, побил осла, сказал, я тебе так кормлю, а ты тоже спать еще мешаешь мне. В общем, ушел дальше себе спать, а собака смеется, ну смотри. Это моя обязанность гавкать, поэтому то, что ты сделал не свою работу, тебя побили. Сейчас ты взял мою работу и получил, соответственно, наказание за это. И вот в семье также у жены свои обязанности, у мужа свои, у детей, соответственно, свои. А сейчас общество, ну, в обществе такое есть, как сказать, течение равноправия полов. Но это глупо. И вот, вот Махарадж в книге про коров аргумент такой приводит. Хорошо, если равноправие, то почему тогда отдельные поезда для женщин существуют? Где тут равноправие тогда? Ну, в Индии такое есть. Вагоны для женщин, поезда для женщин и прочее. Такие но в ведические времена женщины, они получали очень много уважения в обществе, а сейчас такого нет. Dignity,
how they can demand sin? It is not possible. What is written in Shastra, you cannot ignore. То, что говорится в Шастра, мы не можем это игнорировать. Если мы это игнорируем, то различные проблемы приходят, как сейчас. Как в Манусамхите и прочих писаниях говорится, что женщины очень почитаемы, и они могут изучать все, что захотят, но это не значит, что могут оставить мужа и уйти. Но и мужа тоже свои должны быть обязанности и принципы. Но сейчас никакой ведической системы не осталось. Ну, что такое ведическая варнашрама? Сейчас под именем ведической варнашрамы всякие непонятные системы существуют. Далекие от ведической системы. Whose brain is totally settled down. I would like to go this way. Fix up. This way I have to go. No changing mood anytime, oscillating, say, oh, this situation, what to do? I can change. No. Vyavasattva buddhi. What kind of person? Vyavasattvika buddhi keha kurunandan. Hey kurunandan, Arjuna. Oh, kurunandan. Oh, Arjuna. Whose brain is settled down. It's one channel. Чей ум он сконцентрирован на одной цели, через в одном направлении. Вот это таким термином называется. И те ум он не умиротворен, то он вместо того, чтобы думать о чем-то одном, распыляется на разные вещи. И такие люди они беспокойны становятся. И вот если наш ум не сконцентрирован, а распылен на различные вещи, то ничего хорошего не будет. И таким образом Вишвана Чакравати Пад и Баладеви Бушин, и Шрила Бхактивинода Тхакура Шридас Госвами Пад, они говорят о всех этих темах. И вот как это все понять, что кто-то, вот чей-то ум он сконцентрирован на одной цели, а чей-то нет. Как понять? По их действия могут показать. It is not there. Somebody got, I learned business. I learned Bengali. It is business. No. Totally separate meaning here. Sanskrit Bengali is so sensitive language. So day by day we have to hear. In this respect, German people, they were very, you know, high. They were all along, they are following Indian culture. I mean, Vedanta, they are studying still today. German topmost. Max Müller, you heard the name of Max Müller?
So now whole world trying to understand something, but still not response not coming too much. We want to get response, but where is that kind of picture? One speech gone like bullet. One speech gone can touch heart and change life. Follow? Yes. So you see, Bhaktivinoda Thakur speaking. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что те люди, кто, если их ум не умиротворен, они свои усилия направляют в, на различные, посвящают различным делам. Как какой-то человек может заниматься 10 делами одновременно. То есть можно видеть, что человек уже заработал достаточно много, но все равно работает, не покладая рук. Хотя денег у него более чем достаточно уже давно. Как вот Равана, его богатство, но убило его. И Хираньякашипу то же самое случилось. Мы должны вести жизнь отреченную, как Шрила Прабхупада, хотя он основал 64 разных матха, но Шрила Прабхупад, он нишкинчен, у него ничего не было. Мы нельзя видеть, было наш взгляд, он не может. То есть во время Шрилы Прабхупады вся земля в Майпуре, куда бы ни посмотреть, все это было собственностью читания матха. То есть сейчас все пропало, а до этого это все принадлежало читанию матху. Is the order of Dhruva, and of Prabhu, Hari, so Dhruva Maharaj. Dhruva is thinking, Prabhu, it's enough of it. Now I have the chance to see your lotus feet. I want nothing. Okay, you want nothing, but still, you have to obey, my God. You have to take. Prabhu is thinking, Prabhu, what I can do with the appearance of this kingdom? No, you have to. Вот Прахлад Махарадж, он получил царство своего отца по милости Нарисимха Дева. И обусловленные души находятся в таком плачевном состоянии, что они не могут многое понять и принять. Но те, кто живут отреченной жизнью, они не должны накапливать деньги. Нет такой нужды. Если что-то случается, то мы должны верить, что Кришна он поможет нам. И мы должны быть довольны в любой ситуации. This way actually
Now next day I can explain. Вот завтра я могу объяснить. И сейчас буду, может быть, цитировать шлоки без объяснения. Завтра он объяснит. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне. Yamimam Puspitam Vacha. Puspitam Vacha means totally, you know, full of flower, decorated. Inner meaning that the Vedic literature full of, you know, значение этой шлоки таково, что ведическая литература нам подобна цветущему саду. И эти цветистые стихи, они подобны вот таким цветам, и они привлекают какими-то привлекательными приманками. То есть, если делать то, получишь сына, а делать другое, богатство, третье, а то получишь, четвертое, ягьюс, будешь совершать, другое получишь. Вот. Описывается, что если что-то сделать, то как будет, какой результат. И вот этот цветистый язык вет, он привлекает людей. Эти, кто не могут видеть настоящее, прошлое и будущее, те, чей ум не умиротворен, они могут запутаться в этим, во всех этих предложениях. Gone. You poor people. Sometimes they are going to commit suicide because they keep money. They can give arrange marriage of their doctor. But that company is cheater company. Most of the company in market they are cheater. They are giving you lucrative offer. If you keep money with us, we are going to show you this benefit. You are going to step into this offer. Then you are tapped. You are in jail. All money gone. Those who are involved in this, you know, connection, those who are involved, if, you know, Krishna can arrest them, you can show, oh, so honorable person, they are involved in this, you know, in this cheating case. They are involved, big men, they are involved in this cheating case. Oh, poor man, a whole life they earn 10 lakhs maximum, 5 lakhs. Poor man, they're going to give marriage and then all money gone, going to suicide. How can we? So this is the system, you see. So I started with what? What sloka I started with? Se se odhikari janishtaha, guna parikartita, vikaryasudushaha. Jamimam puspitam bacham pravadanti vipasthitaha vedo vadrataha partho nanyat asti vadinaha vanchakarpadrasi. If you cannot read this Gita, how can it be open? Like wind you will have to. Ishtang should be like water. Ishtang of Brahman like water. You can read like wind, Bhagavatam Swarupa. We have to learn. Huh? So any question? No? Not question, no question. I give answer to all questions, actually. No question. Can mother understand everything? Very nice. She has another question, but it's not connected with this class. Ah, sir. What question?
From distance, I cannot hear. Speak clearly. Okay. I said, when you have a lot of deities, and you want to do your bhajan, is it okay to put them to sleep? He like is my serving so many deities. She can put them to sleep because. No, actually, hear me. In Kalika, Allah, I already told you. Можно ли спать положить, если их много? В Кали-югу вот говорится, что те, кто достигают того уровня, что могут прикоснуться к Гирираджу Шилаграму, но Гуру Махарадж говорил так, если вы достигнете такого уровня, совершать служение божества, а если за божеством много, всех спать не уложить. И в храме мы организуем сон, может, маленьких божеств Рады Говинды. А на вопрос чуть-чуть другой. Можно ли божество, так сказать, в ящик положить и усыпить на какое-то долгое время, поскольку времени нет на поклонение, или заболели, или еще что-то. В общем, нет времени, возможности поклоняться. Можно ли божество, так сказать, усыпить там на какое-то время, там на пару месяцев? Но Махарадж говорит, что нельзя божествам поклоняться, будучи больным. И вот Махарадж говорил, что шалограммы говорят, что в Харибхакти-виласе говорится, что если те люди в Раджа и Тамагуни, если они прикасаются к шалограммам, шалограмм чувствует, как будто их ножом колят. И вот если поклоняться божествам, по крайней мере, нужно достичь брахманизма, хотя бы уровня брахманизма. Но можно, конечно, кто-то возражает, что поклонение – это обязанность конечной Атикари, но может, да, но чистоту мы на высшем уровне должны поддерживать, и чистоту ума в том числе. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, поклонение божествам, оно связано с умом и с материей, и поэтому ум и все, чем вы поклоняетесь, оно тоже чисто должно быть, и как это все очистить, и поэтому Махапрабху говорит, в Кали-югу, кроме святых имен, нет иного пути, и самый простой путь в Кали-югу — совершать харинам санкиртан. Много раз я говорил Танандаму и прочим преданным, нужно слушать харикатху гораздо важнее, чем заниматься чем-либо другим, даже каким-то служением. Sometimes if you problem, then you can speak to me. Siddhi Maharaj, he say, very, if you give one wonder word, I'll become very young. Sometimes we can. Махарадж говорит, есть простое поклонение, если Шиве поклоняться, например, ему капли воды достаточно. Такурджи, actually, you never asked me before. You never ask me before getting deities. You never ask me. So if now it is your duty to give deity to somebody, you can take charge. Да, Махарадж сказал, что Шива не в каждом доме еще может быть. Шива не в каждом доме может быть.
Radha Krishna, who established? It is installed already by somebody? Yes, Radha Krishna ate sake. Oh my God! Even I cannot think about one sake. You said we got 8 sake. I didn't buy another deity. And actually, if it is not installed, it is different thing. You can go practice, but it is not installed. If it is installed, big problem. If some Mahapurush paying Dandavat, Ramanuja just speaking, вот Рамануджачарья говорит, если какая-то великая личность прикасается к божествам, кланяется или предлагает цветы, то такие божества не установленными получаются. Если кто-то, как сказать, призвал божества, то нельзя их, нельзя им не служить. Если это непонятно, какие божества, непонятно, кем призваны, установлены, то ну и то и получается, что так получается. Ну, то есть получается, что таким непонятным божеством тоже непонятно, как служить. И, по всей видимости, если не служат какое-то время, то оскорбления вот там нет, поскольку божество непонятное. Это Махарадж говорит, что важно чистоту поддерживать, не прикасаться никому желательно. Вот Махарадж такой уровень чистоты поддерживает, то есть переплывает на лодке, например, старается как можно больше избегать касания с какими-то людьми, кто-то может там с крематория идти, кто-то еще откуда-то. И таким образом осквернять, если Махарадж приходит в свой ашрам, то первым делом омовение принимает и всю одежду стирает на всякий случай. И вот если зимой также, если Махарадж приходит в ашрам свой, то первым делом, соответственно, омовение принимает вместе с одеждой и одежду стирает.